Привет, друзья! Вы на канале «Немного о звездах». Благодарю всех своих подписчиков за лайки и комментарии. Если вы еще не подписались на канал, то обязательно нажмите на кнопку «Подписаться». В скором времени на канале появятся денежные розыгрыши для моих подписчиков. Не забывайте оценивать видео лайками или дизлайками, писать комментарии и делиться видео в социальных сетях. Егор Калинаев, коренной москвич. Родился весной 1999 года в дружной и обеспеченной семье. Любящие родители не отказывали сыну ни в чем. Мальчик рос творческим и артистичным. В свои 18 лет москвич успел сняться в двух десятках лент. Его карьера стремительно взлетала вверх, но неожиданно и трагично прервалась. Кинематографическая биография Калинаева стартовала в 2012 году, когда Егору исполнилось 13 лет. Подросток дебютировал в картине режиссера Александра Ерофеева «Тайна Егора», сыграв главную роль Тёмы Круглова. 2015 ознаменовался для москвича новой интересной ролью. Егор Калинаев сыграл юного Василия Сталина в исторической ленте «Власик. Тень Сталина». В том переломном для карьеры актера году он снялся в 4 проектах, но славу Егору принес сериал «Физрук», где он сыграл Никиту Серебрянского. По сюжету девушка Никита оказалась героиня Полины Гренц. В сентябре 2016 года на экраны вышла мелодрама «Мачеха». Яркая роль в проекте досталась и Егору Калинаеву. В 2017 году зрители увидели комедийно-криминальный сериал «Полицейский с Рублевки» Бескудникова, в котором артист сыграл сына Сашу, главного героя Яковлева. Также Егора Калинаева можно увидеть в сериале «Улица». В 2017 году фильмография 18-летнего артиста насчитывала 19 названий фильмов и сериалов. Недавно у Егора Калинаева появилась девушка, Леля Баранова, снявшаяся в сериалах «Челночница» и «Семья Светофоровых». Вместе пара неоднократно появлялась на публике. Но в сентябре 2017 года жизнь молодого актера резко обрывается. Друзья и поклонники трагическое известие о смерти Егора Калинаева восприняли как нелепую шутку. Талантливый артист погиб на взлете карьеры, пытаясь помочь пострадавшим людям в ДТП на МКАДе. Егор остановил свой автомобиль, увидев транспортную аварию с участием 3 машин в ночь на 27 сентября 2017 года. Калинаев припарковал автомобиль возле места происшествия и вышел на дорогу. Его и еще 2 человек внезапно сбил появившийся автомобиль, водитель которого не успел сориентироваться в темноте. Егор Калинаев скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия остальные участники происшествия попали в больницу с травмами. Девушка погибшего актера Леля Баранова поделилась на странице во ВКонтакте переживаниями и попросила не мучить расспросами о смерти возлюбленного. Они встретились накануне гибели Егора и распланировали следующий день, который для Калинаева не наступил. Егору Калинаеву было всего 18 лет. На этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся с вами в следующем видео.